Ребят, вышел такой интересный модик под вечер, под даже, ну, практически нормально так. Вот, и, соответственно, сегодня решил с вами поговорить о чем? О очень интересном моде. Название я уже забыл, как называется, в принципе, там, получается, изменение каких-то... Короче, чтобы вас не, как бы сказать, чтобы вы поняли сразу, почему здесь Каня? Название вы поймете, по какому поводу, да, вот. Renault Premium Normal RAW, который у нас стандартно идет, он заменяет, но на другой модик, якобы добавление каких-то и так далее. Короче, мы сейчас это все посмотрим. По названиям вы поймете, потому что я что-то не понял с самого начала. Вот. И плюс трейлер. Плюс трейлер, который идет, я не знаю, идет с ним, не идет. Да, вот он. Вот он этот трейлер. Но видно, с ним уже какие-то проблемы, косяки уже есть. В плане того, что... Сейчас мы все это разберем, пока покажу, посмотрю. Вот. Давайте смотреть, что он себя представляет. По кабине у нас есть либо так... Да, вот. Называется Конга Куилари какой-то. Я не знаю, что это за язык. Поэтому сильно не осуждайте. Вот. Шасси у нас меняется, все шасси, пожалуйста, на цвет и вкус, либо просто стандартно. По двигателям 380, 430, 460. В принципе, я так понял, что здесь все стандартно идет, да, кроме салона. У нас здесь измененный салон, вот прям видно, что прям хорошо там. Ну, честно сказать, что мне салон не очень прям сильно по душе, потому что белый, мне кажется, как-то это очень, ну, круто, да, я не спорю, но не знаю. Тем более вот это как-то не очень красиво выставлено в виде, честно сказать. Но это мое мнение. А так, в принципе, салон классный, реально. Вот, бокс, здесь, в принципе, все стандартное, которое вы можете все добавлять. По аксессуарам здесь заводское, здесь все. Суть того, что я не пойму прям именно данного мода, как бы не меняется руль. Ладно, хорошо, давайте примем. Я просто суть не понял тоже. Как бы увидел, что есть новый грузовик, и я решил с вами его поделиться. Суть изменения я так и не понял. Как бы... В чем смысл-то этого данного грузовика вообще? Что он меняет просто стандартный, дефолтный Реношку, и все. Ну, как бы, это ладно, круто, я не спорю, но не знаю. Ладно, давайте слушаем звук. Ну это звук стандарт. Звук стандарт. Ну да, звук какой-то стандартный. Просто я сейчас что-то и не понял. Окей, хорошо, а что у нас по окнам? Окна у нас все есть. Окна есть. Я понял. Да в чем вопрос тогда? Ну по красоте, да, я не спорю, но... Не, текстуры не очень, реально. Текстуры, сразу говорю, не очень. Вообще смотрится по текстурам, особенно вот трем вот эти, которые добавлены якобы... Вообще как-то непонятно. Вот, ладно, окей, хорошо, покупаем прицеп. Что это за прицеп и почему у нас он ругается? Видите, проблемы с ним. В чем причина, я не знаю. Мы его купим. И, в принципе, посмотрим. Может быть, бывают такие моды, которые на, типа... Чё? Ну да. Пипец, я думаю, чё за фигня? Бывают такие моды, которые якобы, да, ругаются, но на самом деле, типа, нормально. Тем более, это Шмидц, еще тем более от Шмидца. Так-то, окей, хорошо. Хорошо. Ну да, видите, вот, типа, якобы проблемы, но на самом деле нету. Окей, сцепка отсутствует, вижу сразу. Слушайте, ну этот модик такой, как бы,
на любителя. Он, в принципе, не лагает, но вроде себе нормально показывает. Но, допустим, если взять что-нибудь, да, биржа груза у него да, есть якобы какая-то. Окей, хорошо, но как тогда будет он грузиться, если у него... Что это мы везем? Огурцы? А, нет. Стоп, я не пойму, что это? Помидоры, чешо. Или апельсины. Это апельсины. Окей, это апельсины. Хорошо. Ну, я не знаю, в чем, почему я его стал снимать. Очень просто интересный вопрос. Такой любопытный модик, конечно. Покататься, конечно, вам... Не знаю, там уже на ваше усмотрение. Но нового ничего нету. Это все дефолт. Просто изменение какое-то. Добавили чисто груз в трейлер. Здесь все изменения. Тупо изменения у дефолта взяли. И то еще и испоганили его. Хотя это как некрасиво я сказал. Поэтому, в принципе, такой модик своеобразный. На ваш любитель. Я не буду говорить у него какие преимущества и... как бы минусы, потому что это реально дефолтное Рено, просто такой преображенный, что ли. Я не знаю, как это правильно выразить. Вот. С вами канал 24. Всем пока, всем удачи, подписывайтесь на канал.